Сейчас я научу вас, как надо бить. The World of the Champions. Россия 2. У профессионального промоутера Руслана Сунаварова удар тоже профессиональный. Он в прошлом боксер, но сегодня на ринг вместо него выходят другие. Выходишь, должен порвать. За 8 лет промоутерской деятельности Сунаваров подготовил 6 чемпионов мира. Свою работу промоутер сравнивает с непрерывным поединком. От общения со спортсменами до поиска инвесторов для проведения соревнований. Ну, я все равно должен контролировать, хорошо ли или плохо делается. Ну, сама рекламная кампания идет. Эту проверить, там, работу с бойцами. Вот сейчас сила 5 стилей, это вообще тяжело. Это с 5 федерациями надо договориться. И все очень-очень такие дружелюбные, ну, знаете, боксеры, бои без правил. Задачи промоутера схожи с продюсерскими. Повышение рейтинга спортсмена, его раскрутка и организация самого шоу, боев. Хотя работа с боксерами далеко не сахар. Боксеры – это самые капризные люди. Это у них, это не так. Но это сказывается тем, что у него бой, да? Он горит боем, да? И все-таки со спортсменами найти общий язык проще, чем с представителями Федерации боевых искусств. С федерациями очень трудно общаться. Ну, как бы я не буду ничего говорить, но они все... Вот так надо, Руслан, понял? Понял. Любой победе предшествует большая работа целой команды – тренеров и промоутеров. Их объединяет не только финансовый интерес, но в каком-то смысле родственные отношения. Ты начинаешь работать как, уже как друг, как брат уже, да? Вот, когда вот боец побеждает, это больше, чем адреналин. Ну, там выделяется столько в организме, что ты испытываешь такое чувство победителя. А когда дружеские отношения, когда скрепляют общие интересы, когда дружба, ну, вы знаете, мы как единое целое. Со своим подопечным боксером Александром Липовым промоутер Руслан познакомился 6 лет назад. Тогда Сунаваров сам пробивался к спортивному олимпу, не щадя кулаков. Пересекались в 2005 году на чемпионате мира. Вот, и он меня выиграл. Ну, правда, по кикбоксингу. И он меня выиграл. Там финальный бой у нас был. И как-то так после этого нас скрепила дружба. А ты что, как ты? Нормально. Еще сейчас будем пахать. Сначала по лицу, а потом по рукам. И подписали контракт. В 2008 году Липовой стал чемпионом мира. Сейчас они вместе готовятся к матчу-реваншу в Ростове-на-Дону, чтобы подтвердить чемпионское звание. Вот сейчас идет 19 ноября бой, переговоры там с телеканалами. Контроль. Как идет рекламная кампания. Пожалуй, один из самых лучших друзей Сунаварова – телефон. С ним он точно не расстается никогда. Чтобы быть успешным, нужно все успевать. И в спортзале руками махать, и дела решать. 6 часов у меня самолет, и там будем 2 недели, я думаю. С таким графиком некогда даже пообедать. По пути в аэропорт заходим в первое попавшееся кафе. Редко куда-то выехать, перекусить, такого, не балуем себя так. Вообще времени нет. Движение возрастает за месяц до боя. Боксеру нужен режим. Промоутеру – держать ухо востро, не поддаваться на провокации и отказываться от странных предложений. Давайте мы дадим деньги, чтобы нас парень... Вот, отдайте моему парню бой. Я никогда на это не иду. Я никогда не буду идти, потому что боец должен стать чемпионом. Сам. В этом и есть основной принцип работы и жизни промоутера Руслана. Купить можно рекламное время. Доверие людей не продается. Роман Паршинцев, Андрей Плюскунов. Все включено.